И здравствуйте, это канал Максимадзе, это снова модный летсплей в Майнкрафте. Да, фига себе. И я хочу продолжить искать дракона, но Андрей хочет, чтобы я помог ему потолок разобрать. Моя наковальня уже почти полностью это разрушена, уничтожена. Синяя изолента все спасет. Я хочу убрать вот это дерево, оно мешает немного. Своей некрасотой. Своей кривизной. Кривизна. Ну да, она, потому что как будто, если смотреть на листву, она как будто была разрезана наполовину. Это не очень красиво. Maybe. Да. О, лошадь, скелет. Опять. Только не возле твоего дома. Попробую загасить ее. Интересно, когда я смогу достроить здесь всю крышу свою, эту огромную? Так, иду к тебе, короче. О, еще лошадь, скелет одна. Что, тебе там надо пол разбирать еще, да? Потолок только разобрать и все. Потолок. Ну ты просто тэпнись ко мне на третий этаж, и все, делов-то тут. Да что тэпэшнуться? Я сейчас войду к тебе домой и забегу. И по лестнице, да, пойдешь пешком. Ну а как еще, у тебя есть лифт? Нету лифта. Ну мы вот еще хочу тогда... Насколько богатый. Ой, блин, у тебя скелет тут, блин. Да этот дом до сих пор осветить, блин, надо, чтобы освещение сделать нормальное. Так, где ломать? Где ломать-то, блин? Давай. Я ж тебе говорю, вот, сейчас я тебе покажу. Вот, иди сюда. Вот сюда вот имею в виду, вот. Вот этот кусок, три секции надо убрать. Вот эти все три секции? Да, потому что они из цельного блока вышли, а я же их с полублоков строю, блин. Я два этажа сделал, потом такой думаю, что-то под потолок не сходится. Действительно. Вовремя, да? Только почему тебя целостный потолок-то не устраивает? А тем, что у меня из полублоков потолок везде, в остальных местах. А зачем его из полублоков надо было делать? Не знаю, я захотел, чтобы у меня было бревно видно. На этот потолок просто ничего не повешаешь уже. А мне зачем вешать? У меня столбы вон есть. Хотя, с другой стороны, я тоже ничего не вешу. Мне из полублоков больше нравится, как по мне красиво выглядит. Ой, блин, сколько еще из этих кирпичей-то убирать? Вот хоть крыша будет на нормальную крышу похожа, неужели? Да. А то какая-то маленькая крыша, под ней ничего не развернешься, ничего не сделаешь. Там проход, блин, вообще узенький был максимально. Жутко неудобный. Причем. Так, ну уже меньше половины топорика у меня этого минотавровского алмазовского осталось. А я чинил двумя алмазами, почти полностью починил. Это алмазы 4, наверное, на этот топор. Если прям его в сопли сломать, походу, самые сопли. Ну пока не надо, пока хватает его у меня. У меня пока один раз чинился. Сейчас буду досками. О, блин, зомби каким-то магическим образом у меня появился в доме, Макс. Да не в первый раз как-то уже. В доме-то, когда они находятся, они же не горят, солнце не попадает на них. Потом скинешь, если что, мне все эти доски. Да. Мои. Да. Чё, да? Я говорю, да, скину. Не кричи. Ты что, не понял, что я имел в виду, что ли?
Ты где? Я один раз уже спросил. А я сейчас ответил. Ну... Так, ты сейчас на каком этаже? Прибегу я вниз к тебе. Погоди, где? Ты на каком этаже, ё-моё? А. Да я вот он, позади тебя, блин, стою. Очень спасибо за помощь. Прыгай в окно. Да. Мне тут осталось достроить-то. Не растешь, только зря трачу. Чего ты тратишь зря? Костную муку только зря трачу по дереву, оно не вырастает. Ну, так, вроде лето, должно расти все нормально. На этой земле, видимо, не хочет расти это дерево. Я продолжаю искать дракона. По-моему, в ту сторону летят и жемчуги. О, око эндера эти. Ага, вот. Мне лучше это... Эх, жаль, не выпало. Мне лучше вороной стать. Если ничего, потом это... Глины поищи, ладно, еще по пути, пожалуйста. И да. Этих... Спрутов. Да. Так. А, отлично, этот выпал. Я видел, однажды кто-то Майнкрафт проходил из блогеров. Этот... Жемчуг тупо выпадает прям, блин, на кактус. Как это было грустно. А это был последний жемчуг. Прикинь, а это был последний жемчуг. Так, здесь немного жемчуг свернул у нас. Ну-ка. А, теперь снова сворачивает в эту сторону. Так, опять выпал, повезло. Повезло. Здесь нет. Осталось 10 жемчугов. Кидаем дальше. Отлично, мне повезло. Счастливый случай. Ух, я бы сказал бы другую фразу. В грустном моменте. Плохой случай, когда, знаешь, бывает. Я думаю, ты понял это слово. У меня неплохой случай, мне выпал жемчуг. И снова сейчас выпал, отлично. Дай дальше. Шикуешь, блин. Быкуешь. А вот тут не повезло. Осталось 9 жемчугов. Кидаем дальше. Я надеюсь, дракон этот... Эндер-портал находится не дальше, чем я пролетал всю карту эту, блин, с миром. Не знаю. Если да, то жемчугов точно не хватит мне столько. Продолжаем, кидаем дальше. Выпал, отлично. Кидаем. Ловим. Отлично. Я даже туда пролечу немного. Ну-ка. Отлично, да, в правильном направлении лечу. Отлично, жемчуг выпал. Летим дальше туда. Ого, тут горит лес, ничего себе. Ты хвастаешься тем, что у тебя жемчуг выпадает? Да. Так, это сколько? Это два? Два, во. Вроде как должно так пойти, да? И снова выпал, будет. Замечательно. Счастливый случай. О, спрут. О, спрут нам нужен. Тащи его домой. А в общем, тащи все, что не прикручено к полу. Так, один пока только чернильный мешок. Так. Эх, каркас для крыши выстраиваю. Потом окна надо будет сделать, и всё. Вот так. Надо будет, кстати, потом этот деревьев еще накопать, сходите мне. Хожу, накопаю все деревья скоро. Нарублю, а не накопаю. Нарублю. До фиолетового. Немножко. Тебе фиолетового, да. Вот
А вот я считаю, что великий и могучий русский язык все должны знать. Великий и могучий не русский язык. А то будешь, а то ты будешь как дебил вонючий. Смешная фразочка. Ох, нифига, 1,5 дуба за раз просто. Ой, блин, боже, я ненавижу. Обалдеть. А, вот из-за чего загорелся лес. Из-за черной лавы. Это смола. Да пофигу. А что, на меня быкует? Что я говорю правильно? Макс, Макс. Не стыдно ли тебе вообще? А, да. Справедливо, да. Да, в который раз мне уже повезло. Опять выпал. Везучий гад. И опять выпал. Поставим день-ка, а. Ой. Ах, жаль, не повезло. Осталось 8 жемчугов. Кидаем. Не повезло, дальше. Не фортануло, да? Эх, не, осталось 7 жемчугов, не фортануло. Ладно, летим немного дальше. И там продолжим кидать. 2, 3, 4. Так, здесь... Выпал. А, так, летим здесь... немного, пролетим немного туда. Здесь по прямой, здесь без заворота пойдет, да, мне? Так, да, ну-ка. Вот, верно. Вот здесь следующий кинем. Вау! Эх, осталось 6 жемчугов. Чувствуется, сколько тут нефти. Обалдеть, сколько тут нефти. Надо поставить точку. Я бы собрал, были бы у меня с собой ведра. У меня есть ведра. А у меня с собой нету. Но я строю дом. Ну, поздравляю тебя с этим. Нефть 2. А цвет поставлю... Ой, да не этот. Черный. Нет. Ай! Другой надо. Такой. Так лучше, да. Большие площади освещать это сложно достаточно. Отлично, повезло. Это что-то... А, это тень. Я уже думал, какой-то блок черный непонятный. Повезло, отлично. Еще целая башня. Везучий без нефти. Везучий хрен, да? О, опять повезло. Ну ты же не так часто бы их бросал бы, ты бы двигался бы в каком-то направлении определенном. Я бы. Так и делаю. Не знаю, свой... 50 так. Блоков, допустим. Я так и делаю. Я так бросал. И делаю. А то мне кажется, что ты через каждые 10 блоков швыряешь просто. Нет, 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 нет. Больше. 11, ладно, согласен. Нет. Больше. Так, а тут, 12, а тут 13, дальше 14, вода бесконечная. Да? Неужели портал находится там в воде где-то? Так, а ты теперь. Попробуй. Теперь. Ах, осталось 5 жемчугов. Теперь око заворачивает куда-то в эту сторону. Кидаем. А, теперь оно опять сюда заворачивает. Осталось жемчуга всего 4. О, еще можно? Кидаем. Вообще вот, 3 стака должно хватить дерева. Повезло. Я такое чувство, что я уже близок к порталу, потому что жемчуг недалеко теперь летает. Ну фиг знает, фиг знает. Может быть, может быть. Но, конечно, не прикольно то, что тут просто дальше вода бесконечная будет. Где он? Опа! Он упал. Он вниз упал?
Значит, портал где-то под водой, Макс. Так, как ты и хотел. Похоже, дракон обнаружен. Ой, это портал. Ну-ка, кидаем еще один. Для страховки. Да. Все, я нашел место, где может находиться портал. Так, я становлюсь человеком и копаю вниз. Ну как будешь в этом, меня позови, а ТП, что с тебя? Я там поставлю точку. Обязательно. Так, копаем вниз. Так. Интересно, насколько глубоко он может быть? Не знаю. О! Я нашел замешленный кирпичи портал, за ними где-то находится. Так, погоди, я тогда к тебе, Макс. Подожди, рано. Ой, тьфу ты, чешуйница. Ай, больно. Ого, что, уже здесь-то? За этой дверью ничего нету, что ли? Ай! Ай! Меня обижают, Макс. Вручай друга. А чё, по этим ступенькам ничего нету? Надо раскапывать, что ли? Где ничего нету? А кто меня бьёт? А, чешуя. Так, похоже, за дверью что-то находится здесь. Это проход к черной лаве. Ой, или как там, смола твоя она называется? Смола. Так, стоп, погоди, так, зал, где? Что там интересного? Кнопки нету здесь. Ой! Так, погоди, по зал. Поднимемся сейчас. Зал, он уже вниз. Ага, здесь не то, да? Нет, не здесь находится он. А зачем мне так париться с дверьми-то? Я их могу же просто киркой выкапывать. Ой, чешуница, зараза. Тихо, стой. А, это тут. Я нашел портал. Вот он. Сейчас. Нам надо еще око эндера, короче. Чтобы активировать портал. Так, ставим незамедлительно точку здесь. Я предлагаю в следующей серии отправиться на подготовку к походу в портал. Эту точку удаляем, больше не нужна. Ставим точку Эндер. И, кстати, у меня один осталось одно око Эндера, я его сразу же вставлю. Чик. А я хочу выкинуть мусор туда. Я собрал немного глины. Ты уже тпшнулся. Глины собрал, это хорошо. Потом я тебе скину потом. Три чернильных мешка только. Уже неплохо, Макс, что я тебе могу сказать. Уже неплохо. Чтобы еще выбросить. Вот эти штуки тоже выброшу, не нужны. Надо быстрее дом достраивать. Все, отлично. Мы добились очень важной цели. Нашли портал в Эндермир. Ну, точнее, как мы. Я нашел. Так. Я заметил, почему-то все обычно ищут, а я не спеша строю, как-то развиваюсь. Да, я тут... Да, ты делаешь одно дело, я делаю другое дело. Командная работа. Так, да. Ну, угля я накопал, я смогу... А, кстати, раз уж я нашел большую нефть, давай я тебе заправлю, короче, этот карьер. А там, короче, внизу... Где? На складе посмотри сначала ведра там... Сейчас я сначала инвентарь себе разгружу немного. Ты, кстати, инвентарь разгружи на максимум, потому что нефти много будешь, видимо, брать. Так.
эту пока чачу закупаю тоже. Чачу. Ой, сколько здесь осталось-то уже. Так, здесь уже все отделано, здесь тоже все отделано. Здесь осталось потолок застроить и готово вообще. А, ну и все, здесь потолок осталось только сделать. Считай, почти скоро дом будет готов. Это будет великолепно. Это будет очень крутой дом. Потом предлагаю. А, кстати, знаешь что? Мы просто с тобой пропустили. Строительные леса, оказывается, есть в Industrial Craft. А, для его для их создания нужны три доски и три палки. Вроде не сложно. Уже как поздно. Же мы с тобой пропустили их, а? Уже поздно. Да и, ну да, действительно, уже не нужны. Так. Мы уже построили все, что было надо, такое большое. Блин, капец, у меня... Надеюсь, что мне этих досок, которые ты принес, хватит. Так, наступает ночь. Наступает ночь. Мне вспомнилась песня, это... Мираж, группа Мираж. Наступает ночь, что-то. Знаешь или нет? Ну... Знаешь? От Миража этот музыка играет. Музыка играет, как там она называется? Музыка нас связала, может быть? А, точно, да. Музыка нас связала. А еще у них есть песня классная, мне нравится. Наступает ночь. А, я сделал два массивенца новых. Что это такое? Это мечи, которые восстанавливают здоровье. Mm-hmm. Тебе дать один? Ну да, конечно же. Сначала убью коблина. Так. Где ты у нас? Ура! Я чуть больше стака сделать смог. Факелов. Да. Да. Ого, ты очень все тут пометил, я смотрю, ничего себе. Макс, так я говорю, переноси свой клан сюда, в общем, хранилище, удобно. Земля? Сейчас хоть не надо по дому бегать. Макс, там целая куча земли, целая куча булыжника, можно мне строить сколько... ведра. А ведра, посмотри, может быть, они в этом, в карьере внизу лежат. В сундуках где-то, по-моему, я не помню просто точно, где они. В хламе еще можешь поискать, по сундукам чекни там. Я просто не помню точно, куда их девал. Нет, ведра нету в карьере. А, ты же что, внизу поискал? Да. А, у меня нифига, есть... У тебя же есть ведра где-то. Целая куча должно быть ведер у тебя. Так, хотя сейчас надо по сундукам посмотреть. Блин, я хз... У меня в инвентаре их нету, я тебе серьезно. В сундуках, значит, так. Где-то лежат. Где-то. Вот у тебя на складе только где-то, сундуки, блин. Или еще где-то сундуки у тебя есть? Только там. Ну там и просто по пометкам. Ну ладно, сейчас посмотрим. Попробуем найти. Сейчас у тебя много должно быть ведер. А там посмотри разные сундуки в хламе, либо еще где-то. Просто не помню, куда я ведра убирал. Я просто помню, что я точно много ведер убирал. Я надеюсь, что это количество. А, вот хлам. А, нет, ведер тут нету. Оружие. Броня. А, вот ведра. Нашел. О, это великолепно, что ты их нашел. Ай, зараза, скелет. Почти. Ай, попал! Меткий. Нефть 2. Ах ты! Редиска! Я забыл тебе отдать глину. А ничего страшного, чуть позже отдашь мне. Просто блин. В инвентаре теста может под ведра почти не хватить. А, нет, ровно хватило. Отлично. Сейчас заправим карьер. Ай, больно. Какие-то недружелюбные у нас мобы, да?
Ой, ура, я зомби почти на дом крыше закончил. склада сейчас стоит один. Я знаю. Они там полные блоки, потому что я использую, а не полблоки. Не знаю, на самом деле, зачем, но вроде как... Я так считаю, что так красиво просто. Я что, горел сейчас, что ли, только что? Обалдеть, у меня броня как заканчивается быстро. О, скелеты начали пвпшиться один с зачаренным луком, правда. О, нифига он его воткнул жестко. Ай, меня пускает. Еще раз. Че, ты там почти кончил, что ли, нефти? Ну да, один двигатель готов, сейчас заправлю второй. А, окей. Слушай, давай потом отдельно этот мир сохраним и фрактал построим. Какой портал? Фрактал. А что это за фрактал? Короче, я тебе потом покажу картинки. Фрактал это... В основном ее из булыжника строят эту фигуру. Это, короче, фигура, которая идентична сама себе. Она строится из таких... как сказать? Из округ... Блин, как же искать-то? Я тебе потом покажу, как она... Да, ладно, но... ладно, окей. Строится она такая. Ну, а тем, кто это... Как они называются? Блин, как же называются люди, которые боятся много отверстий? Как же они называются-то? Боятся много отверстий. Это сказано, конечно. А прям... бывают люди, которые большого скопления отверстий боятся. Как же это называется-то? Люди такие. Не помню, короче. Карьер вот, запущен. Четко. Опыт. Очень спасибо, что ты меня спас от этой редиски. Потому что я здесь занят крафтом каменных кирпичей. Так. Так, к тебе еще один зомби идет, тут зараза. Макс, прикрывай, пока можешь. Очень спасибо. А теперь крипер идет. Так, ну-ка. А, он. Он к тебе домой зашел через окно. Замечательно. В гости я его точно не звал. А, ну это же криперы. Криперы разрешения не спрашивают. Офигевшие редиски. Картошку собрать надо. Кстати, собери картошку всю заново, посади, ладно. И у нас есть отдельный сундук под еду, кстати, туда все отнеси. Но может пожарить ее? Ну можешь запечь, закинь просто в воронку, я ее запеку. Ладно. Ну я сколько-то себе оставлю. Ну ты сколько-то оставь, потому что на походную, так называемую походную еду. Надо будет продолжить убивать эндерменов. И жемчуг, и надо кучу жемчугов. Ой, надо не кучу, а гору жемчугов. 11 жемчугов нам надо. Ну для да, того, чтобы активировать штуки. Портал. Я сейчас в попыхах пытаюсь достраивать дом себе. Короче, у меня почти 2 стака картошки. Ты рассадил хоть оставшуюся? Да, конечно, правда. И две ядовитые картошины, правда, выпало. Ну да, там есть какой-то процент ядовитой. А, я уже не могу ее посадить, я же тут засадил все. Ядовитую картошку посадить нельзя? Нет, по-моему. Проверим сейчас.
Так, надо забыть. Нет, нельзя. Я был выкидываем ее. Пусть теперь спруты едят. Опа, стрелы. Или рыбы. Ты стрелы-то запасай, Макс. Стрелы очень... Запасаю, только их очень мало у нас. Ну, опа, со скелетов-то получается. Много убивает их. Так, вот сюда кость. Вот, кстати... О, пони же сломаны практически. Я бы мог использовать этот. Кого? Сумеречный... О, я знаешь, что хочу сделать? Что хочешь? Я отправлюсь в сумеречный лес, убью еще одного сумеречного лича. Валяй? Нет, что? Прямо сейчас займусь этим делом. Не добывайте жемчуги эндера, а сразу это... ведра надо выложить. Да, то ты сейчас с ведрами-то у меня учешешь. А я пока крышу дострою дома. Своего. Под крышей дома своего. Отлично. Как говорил волк из «Ну погоди». А я толком... А, тебе же глину надо дать. Да, еще глину, пожалуйста, не забудь отдать мне. О, стрелы. Две. Давай, иди ко мне. Ты где? Я тебе тут глину скинул. Андрей, ты где? А? Я здесь скинул тебе глину. А ты где скинул? А, вот все, вижу тебя. О, вообще жирно. Так, и в сумеречный лес. А, карту надо взять с собой. А, и надо еще поножи новые сделать. Поножи? Да. Штаны железные. Штаны за 40 гривен. Потому что бронзовым кирдык уже пришел. У меня, в принципе, уже броня вся сломалась. Опять. Второй раз. У меня же тут были запасные. Ну ладно. Циклоп бегает по крыше теплицы. Какая нелепость. Этот от сумеречного лича этого выпадает просто посох этот офигенный, из которого можно стрелять. И он действует куда эффективнее, чем лук со стрелами. Так, ну здесь крыша готова, здесь... Дороже, но гораздо эффективней. Так, сюда сейчас много надо будет ресурсов. Так, пока на то пошла пьеса, так сказать, надо пока заняться окнами. Раз мы пока не располагаем камнем временно. Так, один из сумеречных личей в этом углу где-то находится. Ай! Не повезло нам с этой гидрой, в общем, меня не пускают на гидру. К сожалению. Так, вот он. Ну, ничего страшного. Да блин! Ты я очень хотел это. Делаешь, а меня тэпает, блин. Куда? Назад оттэпывает каждый раз, когда ты там что-то творишь. Очень печально. Так, для справочки. Ай, так, ой. Ай. Тварь выпала, чешуйная. Творение божье, это значит, если что, да? Ой! Это не матерное слово. Эти волки... эти волки за скелетом гонятся, а не за мной. Я уж думал, неужто тут волки, которые напали на меня? Может быть, в этом замке сундуки какие-нибудь будут. О, вот сундук. Но в нем... Ох ты, веер полета, прикольная вещь, я возьму ее с собой. Есть зелье стремительности, есть зелье огнестойкости. На всякий случай тоже возьму, а вот это брать не буду, нафиг надо. Еще один сундук.
Тут зелье исцеления, зелье стремительности и зелье вреда. Забирай все зелья, какие есть. А у меня не хватит места в инвентаре. А, ну ладно. Они же не берутся сразу, не стакаются. Я зелье вреда я на кого-нибудь из мобов, короче, кидану. Ему такой пипец будет. У меня почти достроено хотя бы половина дома. Вот. Ха-ха-ха, прикольно. Вот это части стекла. Тут где-то, короче, в этом замке бродят волки. Только они охотятся не на меня, а на монстров. Удобно. Помогают, что ли, мне? А здесь здесь сундуков нету. Благотворительный фонд. Очень благотворительные. Маленькие паучки. С 3 хп. Кто меня сейчас бил? А, летающая книга. У меня, кстати, есть это скин этой летающей книги. У меня тоже. Так, с этой стороны. А, вот еще здесь. Мы же оба убивали с тобой такие здесь книги. Здесь стеклиться надо. Туда не полезу. Здесь застеклим. Ай! А теперь пора покончить с сумеречным личем. Ай, больно. Так, здесь закрыто, здесь темно. А, там не хватило доски. Теперь хватило доски. Ай! Так, здесь сделаны окна. ТПшкаемся на латес-дес. Убивать его сейчас будет легче, потому что у нас этот сохранение инвентаря теперь есть. Ну да. О! Я уж думал, сейчас Майнкрафт вылетит. Это подвисло что-то у меня немного. Да, блин. Новое достижение. Вот эти черные двойники его бесят, конечно. Да, блин, это подвисает немного. Подвисает и меня убивают в этот момент. Ой, какого фига я возродился ровно в дырке? Черт, я вообще упал. Блин, опять надо за стеклами чесать. А пока только один щит сломан. Ай, больно вообще-то. Вообще-то. А ты черные черни... Краситель мне не скидывал случайно? Нет, там 3 штучки всего было. Ну, чё так подтормаживает-то, блин? Ой, я опять возродился в дырке его. Ну что ж ты будешь делать? О, сумеречный лич решил вниз спуститься. Видимо, в дырку тоже упал. Ай, блин! Я упал в дырку. Не дырка, а отверстие. Нет, тут как именно дырка. Как сказал бы наш трудовик. Это дырка именно. Дырка в лестнице. Как бы сказал наш трудовик. Дырка в лестнице. А это отверстие. Да пошел ты. Только после тебя. Ай, больно. Да что такое, подвисает, а? Серьезно? Ура! Окна готовы! Ай-я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 й-
Я его потерял, не вижу. Опять я возродился в дырке. Замечательно, я очень рад. Подвисает, да, ёлки-палки. Подвисает. Да что ж ты будешь делать? Я сейчас опять в дырке возражусь, да? Вот почему. Да, точно. Либо нефиг. Я возрождаюсь у дырки, потому что этот сумеречный лич этот взрывает еще. А, так, это двойники, а где он сам-то?
Куда сам-то он делся? А откуда у меня полублочные плиты, вопрос? Итак, наверху нету его. Я не знаю, откуда они у тебя. Ты же создавал что. Так, ладно, шиш с ним. Так, надо белый и черный краситель. Это все двойники. Где сам-то вычитает? Точно. Сумеречный меч. Так где же он, ё-моё? А, вот он. Попался. Сейчас отведает силушки. Так. Белый тюльпан. Кисточка. А краситель белый бывает вообще в принципе, блин? Я же говорю, костная мука. Ей красить. Да, я ненавижу, когда потрясает. Классно. Фаерболы. Так, если фаерболы гастов можно отбивать, то вот у него нельзя. Где он опять? Куда он делся? Мне нужна белая глина, мне нужна белая глина, Что ты крафтишься-то? Чё я парюсь-то, собственно говоря? Действительно, у меня замедление благодаря этой летающей книге. Где сумеречный лич-то опять? А, вот он. Так, цемент, это двойник. Бетон, керамика. Том смерти. А-а-а! Вон чё, и шиша себе, ты не шёл удовольствием охуенно. Я застрял в блоке, я не могу вылезти из него. Да что ж такое, а? А, я понял, как это делать. Когда я его уже убью, а? Я и виснет опять, я ненавижу. Осталось два щита у него. Это не надо, мне получается надо. О! Двойники исчезли, появились зомби. Щиты исчезли, Ой. Похоже, на него не действует зелье вода. В смысле я был взорван самим собой? Это как? Ты видел это? Да, оно пишет, что это я сам себя убил. Хотя это вовсе не так. Да что ж такое? Ну чё, когда будем серию заканчивать? Как только я убью лича. Его допинать остается тут уже. У него он уже допинать без брони. С ноги в чердак. Да блин! Слуга лича, зараза. Да уж. Да блин! Король скелетов, блин, сейчас сдохну. Убийство короля скелетов. Да блин. Эти слуги лича слишком, блин, так, опасные. Мне нужно минимум пару штук таков набрать. Да ё-моё, я ненавижу, когда так виснет. Меня из-за этого убивают. Все, он умер. Ура. Он умер. И что с него выпало? Не шиша. Нет, с него выпало много чего полезного. Во-первых, посох укрепления какой-то. Палочки выкину, поножи, не знаю, это выкидываю. Еще не по... Эндер жемчуг выпал один. Так, если верно понял по рецептам крафта, то значит все должно сработать. Бумага не нужна мне. Дом. Вроде так, больше ничего полезного с него не выпало. Так, что там у нас? Картины не нужны мне. Так, ладно, все, теперь ТП-шкусь домой. Да и картина мне не ответ. Посох тот, конечно, с него крутой не выпал. Выпал какой-то другой посох. Я хочу его проверить. Блин. Так, ладно. Ну-ка сейчас. Лопата моя любимая. Ну-ка проверим. Перед тобой прямо сейчас проверим. Так, сейчас что, надо. Что примерно... это за посох? Это что за посох укрепления такой?
Опа, смотри на меня. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Посмотри на меня. 9, 10. Ага. Посмотри 2, на меня, 3, говорю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я видел. 2. 3, 4, 5, ну-ка, 6, скелеты, 7, бейте 8, 9, 10. От меня стрелы рикошетят. Я это знаю. Это полезная вещь, очень пригодится. А ее чем, а чем ее заправлять можно? О, мне кто-то звонит. Пауза. Так, продолжаем, пока я разговаривал, меня убили. Короче, этот посох укрепления очень мне прям пригодится, ну вообще прям. Так, а, мне черный краситель нужен. Подожди, мне. Сейчас я выгружу что-то из инвентаря в сундуки, потому что мне некуда вообще сейчас складывать. Вот это не нужно, это не нужно. Зелья, вот, а вот эту штуку я продемонстрирую тебе потом. Жемчуг. Интересно, а у меня еще жемчуг есть. У меня есть два жемчуга, интересно, один жемчуг сколько даст этого? На сумеречный посох сколько дает? Ну-ка проверим. Опа, на это что за фигня? О, одним, одним жемчугом можно полностью зарядить посох. Отлично, я использую один жемчуг на него тогда. Пригодится. А чтобы... А чтобы зарядить посох укрепления, нужно золотое яблоко, которое можно скрафтить из золота. Золото у нас навалом вообще. Ты ресурсы будешь переносить на общий склад вообще? Интересно стало что-то. Я просто не знаю, я что-то привык просто у себя их хранить постоянно. Ну я просто тебе предлагаю реально перенести их, чтобы всем было удобно. Я просто для себя их все кладу, сам и использую их. Я так для всех кладу лично. Короче, так, говоришь... Мне так, нужен черный краситель, пожалуйста. Три штучки всего сейчас. Ну ты потом сходишь... Да я здесь, сзади обернись ты, блин. Скинь мне быстрее. А еще, кстати... Сзади... Ой. Сзади. Блин. Я еще и горю, блин. Я кое-какую вещь прикольную нашел в сумеречном лесу, я тебе покажу сейчас. Только сначала так. День поставлю. Оп. А, то есть нету черного цвета этой керамики? Серьезно? Не знаю, я не видел, серьезно, не помню. Ну, то есть нет. Короче, такого. Я жду, когда ты готов будешь на меня посмотреть. Я вижу, что ты там в инвентаре сейчас ковыряешься. Ну и че, я вижу. Смотри, тебя. Смотри. Оба! Молодец. Надо класс, будет... Классная штука. Ладно. Поможет прыгать мне. Давайте на этом закончим. Я думаю, сейчас я за кадром... Мы за кадром тут эндерменов снова поищем, погасим. И нам понадобится 10 жемчугов еще. Один у меня... 11, но у меня один просто есть еще в сундуке. Для того, чтобы... Обалдеть, какой огромный модон, конечно. Для того, чтобы этот... Активировать портал в Эндермир. На сегодня все. С вас, господи, подписывайтесь на сопичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, на блоговый канал, субтитры в ВКонтакте. И всем пока. Пока.